Ну что ж, Ариару, Наруто, Микрофон Мамору, это новая серия по такому увлекательному сезону, как Rim World. Да, давно меня здесь не было. Для вас это, наверное, было незаметно, потому что для вас видео выходили практически каждый день. Если быть честным, два раза в неделю максимум, но неважно. А в Римочку или в Rim World называть как хотите, я не сходил уже довольно давно. И, буду честен, я очень соскучился. Не играл я давно, потому что у меня были проблемы с местом, в котором я мог хранить всякие вещи, например, видеоматериал. И поэтому я не мог записывать, потому что видеоматериал было снято более чем нужно. А сейчас я зашел, я, в принципе, готов играть и готов... На самом деле я уже все забыл, все что нужно, все что не нужно, и с этим могут возникать проблемы некие. Так, я предлагаю вот это вот, потому что клубника нам не нужна, поставить здесь расти дуб, пусть такая здесь растет. Это раз, во-вторых, нам нужно построить дверь из гранита. Также построим здесь одну стеночку. Также нужно будет, я не знаю пока, но вот эти вот, с этим местом надо будет что-то делать. Также мне рекомендовали не один раз перенести вот эту вот область. Я уже все позабыл в Римочке, в плане вообще все. То есть, что мы тут делали, чем мы занимались. Я, конечно, за все эти промежутки времени занимался монтажом, монтировал видео и все такое, но я столько материала отнял по Римочке, что все, что я делал, давно забылось. И я хотел вдоль реки оградить это все дело, пускай. Что я хотел, во-первых, сделать? Я хотел перенести наш бёрнбокс, ну, точнее, где мы сжигаем всякие трупы, поближе сюда, потому что таскать туда-сюда, это не улыбается мне ни в коем случае. Это раз. Во-вторых, я хочу сделать киллбокс, чтобы у нас колонисты, которые приходят к нам, шли по реке, то есть у нас вход был бы некий здесь, вот примерно, и они вот так бы шли по реке и шли сюда. Насекомые. Нет. Ксионер, беги отсюда. Вот чего я опасался. Это плохо. Давайте общая мобилизация. Перепел, будешь отвлекать насекомых. Они выдолбали дверь, ладно. Так, все, собрались. Замечательно. Мы разблокируем эту дверь, перепел. Так, дрон один сюда встань. Открывайте, так. Так, эту дверь надо держать открытой сейчас. Иди сюда. Иди сюда, перепел. Отрабатываем по одному их. Шикарно. Отработали перепела. Атакуем. Дрон, спасай Исака. Нет, ты не можешь. Ладно, стой насмерть. Атакуем их. Теперь большие остались. Так, что по ранениям? У перепла. Смерть через 9 часов. Исак через 10 часов. Ладно, жить будете. Так, дрон. Спасай, ксионер, тебе самому лечиться надо, иди отдыхай, босс, спасай Сака. Еще была идея закинуть сюда фаер, и они бы снова все, и они бы все сгорели. Это, кстати, неплохая была идея у меня, но что-то я ее не реализовал. Ну ладно, посмотрим по процессу. У нас они начали строиться, но что-то как-то пока слаб. Наверное, это связано с тем, что у нас больше сейчас колонии занято на то, чтобы разгребать овал. Так, а бронерука? Я не помню даже, кому нам нужна была бронерука. Ну ладно, пускай это будет пси-корабль. Прям на базе. Охуенно. Так. Подорвались и потушили. Это раз. Пси-корабль нас будет сводить медленно, наверное, с ума. Так, и надо придумать, что с ним делать. Ну, я думаю, вариантов немного. Построить вот такие надо будет сооружения защитные. Ладно. Построить надо много, а строить у нас только пельмень. Так, теперь пельмень, босс, дроид, пиола. Атакуйте. Замечательно. Так, пельмень, атакуй его. Босс, атакуй его. Пиола, атакуй снайперский выстрел. Ты сюда подбегай, я атакую его. Пельмень, уйди. Пельмень, зайди.
Ага, попали по тебе. Да уйди ты, Гойша, господи! Вы пока справляетесь. Так, ты встань сюда и атакуй его. Олег, замечательно, вы можете атаковать его? Нет, Пиол, атакуй зараженный корабль, пока есть возможность. Сколько же у тебя живучести? Перебило убили? Нет, ты живой? Но левая укра. Да ты жить будешь, не опасное кровотечение. Спиди, встань сюда. Пельмень, что у тебя по здоровью? Смерть через 6 часов. Пельмень, иди лечись. Пельмень, иди лечись срочно. Так, Спиди, спасай пельмени. Исаак, возьми оружие. Пока. Так, куда ты на передовую выехал? Джордан, так, сейчас не вовремя. Исаак, давай стреляй. Так, атакуй его. Вы втроем атакуйте. Так. А, все, полег. Все, замечательно. Рассредоточились. Все. В смысле, занимает на складе? Почему тут 3 градуса? Поставим минус 19, чтобы они работали на пределе. Придется тут, наверное, ставить еще один кондиционер. Минимум один. Но это не пока. Пельмени пока у нас болеют. Так. Так, пельменю, пожалуй. У нас же есть бионическая нога, да? Бионическая нога есть. Пожалуй, надо будет ему жить бионическую ногу. Установить бионическую ногу левая нога. Босс, проведи процедуру, пожалуйста. Смотрим сейчас по операции. Пельмени все прошло замечательно. Да, у него бионическая нога. Ты умрешь скоро, а ты бегаешь по базе. Вот долбоебушка. Лечи, босс. Все, выучил он. Так, смотрим по температуре. Минус 7, да. Но я не хочу рисковать. И, пожалуй, нужно еще один кондиционер. У пельменей все нормально по здоровью, я смотрю. И можешь работать начинать. Блять, я дебил. Вот я дебилушка. Пельмень. Я сейчас просто потерял очень много еды. Из-за того, что настроил неправильно. То есть эти правильно стоят хоть. Какими-то рывками пельмень бегает, ну ладно. Я надеюсь, никакую свастику не нарисовал, пока я строил это все. А, у нас, я думаю, что у нас трупы не приносит. Также нам нужно будет это все выкопать, вот так вот. Также вот эту вот область нужно будет расширить. Босс, ты чем занят обычно? Собирает хмель. Хмель, да, собирать нужно. Бухла у нас будет много. Исаак и пельмень. У нас один повар на всю колонию. Нужно будет еще одного дроида построить. Зачем? Сейчас объясню. У нас не справляются люди с переноской всяких предметов, и хотя бы по этой причине нужно будет. И это во-первых, во-вторых, пушечное мясо никогда не будет лишним. Горные козлы, так, их много достаточно, да. И они почти у нас на базе. Все, занимайся своими делами. Бля, это не все. Так, акционер, беги. Да, беги вот так вот. Так, Ксенер, встань сюда. Убегай, Ксенер, убегай. Оказывается, это не все. Так, ребята, подорвались все. Пиди и Перепел сюда. На передовую. Отстань от Ксенера. На этот раз, надеюсь, все. Ты практически у нас никто не пострадал, это вообще шикарно. Нужно лечение. Дроид 0. Что у тебя по здоровью? У тебя нормально все, ты что пиздишь? Прошу прощения за выражение. Саркофаги крепостно завершены замечательно. Давайте калибростроение изучать и побыстрее заканчивается 300. И как бы мне не хотелось его завершать. Да, теперь у нас тут гораздо больше всяких древесных штучек. Надеюсь, то, что в следующий раз они заспавнятся там, где надо, а не там, где... Все, сделался третий дроид. Скиталис. Я не помню, кто такой Скиталис. Ну давайте... Луна. Новая девушка. Бодриновая зависимость. Левоухо, как лекар... Кто? Ладно, пускай будет. Зависимость, жарко, понимаете ли, ей. В принципе, беспонтовая. У него бодрин есть, ну. Ладно, пускай. Пускай мы тебя изгоним. Бегай. А к этому мы сейчас будем готовы, как они только придут. Ух ты, как вас много тут. И вы сразу нападаете, да?
Стреляйте по тем, кто ближе. Еще, еще один. Еще. И еще. Они убегают, а мы не дадим им убежать.